творческий процесс создания фотографии заключается в поиске сюжета и выборе композиции, но самое главное – поймать нужный момент. Сотрудники телеканала «Видное ТВ», где бы ни находились, стараются найти что-то новое и неповторимое. И теперь в историко-культурном центре на всеобщее обозрение представили свои фотокартины, снятые как в рабочее, так и в свободное время. А началось все по традиции с торжественного открытия и приветствия авторов. Очень талантливые люди, люди, которые неравнодушны, которые готовы еще и в свое рабочее время, опять же, творчески проводить свой досуг, ездить по разным странам, впечатлять какие-то необыкновенные моменты нашей жизни и жизни людей, которые живут на нашей планете. В выставке просматривается несколько основных тем. Это и цветущая весна с загадочными, волнующими душу женскими образами, и мужские портреты, сильные и артистичные. Представленные образы раскрывают внутренний мир человека. Понимаю, как не просто сделать портрет человека, схватить его взгляд позитивный, лучезарный, такой с улыбкой. Вот жизнерадостный взгляд очень сложно. Точно так же сложно вообще какую-то грустную минуту схватить. Самый большой выставочный зал посвящен путешествиям. Каждый из нас мечтает увидеть весь мир, познать культуру и традиции народов разных стран и испробовать национальную кухню. Я путешествовал в жизни. Но очень-очень мало. Кстати, для человека, который мало путешествовал, как это войти в мир, раздвинуть рамки фотографий и оказаться там, понимаете, это значит возможность. Или я не успею поехать, или я не смогу, а тут уже успел, уже смог. Помимо фотографий представлены значимые в истории телеканала награды за победы в различных конкурсах и фестивалях. Выставка продлится до 8 апреля. Не упустите возможность погрузиться в увлекательный и удивительный мир фотографии. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.